По факте гибели неполнолетних у Речицком районе узбуджена криминальная справа. Хлопец загинул, катаючись на причепленной до машины камеры. Трагедия отбылась напередодні на дороге помеж вёской Озерщина и выездом на Светлогорскую трассу. Жыхар Речицы 1997 года нараджэння за рулем Форд Фокусу по просьбе двоих неполнолетних катал их на камеры от кола грузового авто. Камера была привязанная до машины буксировочным тросом. По попередней информации, на закруглении дороги камеру занесла у кювет, где хлопца ударила об древо. У вынику один из них 1999 года нараджения от отриманных травмов помер на месте. Другие 2000 года нараджения у тяжким стане был доставлен у реанимацию. В настоящее время в рамках уголовного тела будет проведено разбирательство и дана правовая оценка действия водителя. Подобное ДТП уже второе за эту зиму на территории Гомельской области происходит. И тоже с смертельным исходом. В Чечерском районе в декабре месяце также катал один из водителей своего друга на гимнастическом мате. И тоже он выскочил за пределы дороги и ударился о забор.